Итак, всем трем и доброго времени суток, от канала Нива Дмитрий, и мы продолжаем гонять каменные шары в замечательной игре Rock of Age. Эпоха шариков, блин, эпоха камушков. Почему-то я появился вот здесь, у Ля Рошеля, ну хрен его знает. Ну что, поехали, Мадрид, следующая битва. Интересно, кто здесь будет в Мадриде. Наполеон, а почему в другую сторону? А! Сломал флаш. Это да, лошадей бить опасно. Мы типа тут смотритель за местными игровыми аппаратами? С чем мы на Наполеон набросились, собственно? А, нет. Откуда старт-то? Вот отсюда, да? Так, давайте сразу ставим нужные вещи. Так, чтобы до них было не ахти добраться. Так-то это будет просто. Так очень. А, деньги кончились, да? Ну. А, слишком много объектов этого типа. Да что? Хорошо. То есть все-таки ограничения есть, да? Так, ну что, поехали. Искать ключики. Первым делом дорежем, что не нужно. А потом дорежем остальное. Это ж батюшки. На, получи. Свистит он мне тут. Свистульку свою спрячь. Простудишь. Противника, по-моему, немного сбивает тот факт, что я вообще не ставлю никаких препятствий у него на пути. Посмотрите, его сейчас кто-то там сбивает. А, все, понял. Этот. Бык. Ну вот опять ключи к какой-то жопе, извините за мой французский. Нет, уж идите нафиг, я не буду этим заниматься. Там можно взять какой-то летучий этот. Опа. Тихо, ты чё? Да блин! Чё это сейчас было? Меня ударили, что ли, или чё? Ну ломайся ты, ядрить твою налево, а! Вот ведь... Чё это на ключ? Чё, у них расположение какое-то... Крайне странное. На, получи. Ну ладно. Побольше. Так, ну вот что интересно. Допустим, два ключа я увидел. И, судя по всему, эти ключи надо брать при помощи дополнительных прыжков. Ну чё, ну ломай, блин, ну что ты как... нам не надо. Надо вот отсюда. Что там как можно было? Бамс. Сшибаем поганца. Может, сюда надо было съехать? Тише.
Встаньте, коровы. Опа. Ну, блин, ты куда ты? Черт. Здесь хочется хотя бы. Ну! Паразит, а. И он меня ударил. Не, ну хорошо, ладно. А где третий-то еды твой налево? Допустим, первые мы нашли. Точнее, первый и третий, судя по всему. Да ты... Ты шутишь? Ёлки-палки! Это эпик фейл. Просто, бляха-муха. Но он уже в следующий раз пока... Почему вообще ничего не заработал? Интересное кино. На, получи, падла. Еще разок. Сейчас еще разок бахнем по нему. Врага уже заскидывали по самому не получу. Глаз алмаз, кстати, получил достижение. Кто заметил, кто не заметил. Приятно. Проедем тут. Тише. Здравствуйте, господа. Извините. Пошла нахер. Да, артиллерия штука клевая. Блин, вот, честно говоря... Ай, ты что? Тебя, а ну-ка, дай-ка я врежу, ты... Да ты чё, блин, эй? Ломайся уже. А, то есть вот так вот, да? Не, ладно, идите нахрен. Здравствуйте, сударь. Эй! Чё, какой быстрый? Враг-то уже катится. Чё, давайте попробуем еще раз взять. Тут дурацкий ключ. Все-таки хочется. Ох, чуть-чуть, а! Да ты шутишь, ёлки-палки. А денег нет. Короче, поехали. Не доедет он у нас. А даже если и доедет, толку-то. Так, что поняли? Не, внизу мы уже ездили. Как это? Был я там. Нет там ничего хорошего. Ладно, хрен с ним. Не кричи. Так. Сдохни, плюшевый ублюдок. Здравствуйте, сэр. Было очень приятно проехать мимо вас. Впредь, я надеюсь, и дальше
продолжать заниматься этим замечательным делом мимо вас. Вот я тебе сейчас залимоню, приятель. А, катись, катись, приятель. Чё, страшно? А нефиг было мою лошадку ломать. Я ответственный работник парка аттракционов. Я мщу за каждый сломанный аттракцион. Да, в Мадриде третий ключ даже не нашел. Ай, ну, комментарий «Слепая жопа». Он же был у тебя прямо где-нибудь слева. Думаю, будет вполне себе заслуженным. Порту. Или порту. А хрен знает. Помчались. Кто у нас здесь? Так, и дальше пойдем по мушкетерам. Не, Карл Третий. Чем похож на этого? Из «Формулы любви». Смешно. Чувак, как можно было перепутать, блин, это человека за кем-то там охотился? Да. Ну да, это злостный убийца. Мы его выведем на чистую воду. Новый объект. О, еще больше бабла. 500. Старт. А, вот так даже. Эти объекты прятать надо. Особо их тоже не пораставляешь. Сюда, если... А, все, да? Погодите. Теперь поехали. Так, ну, что-то подобное мы уже... ходили, да? О! Минуточку, а где? Ключ наверху, что ли? Поганится. Ключ? Да, он наверху. Ты ядрить твою, ну... Здесь, блин, какие все метки, а? Сволочи. Я явно не там еду. А, вот вижу один ключик. Вау. Тише, стой! Стой! Да стой же ты! Ну куда ты? Блин, что это было, а? Я просто утащила. Тише, стой. Хотя бы один. Левее ядрить твою, а! Вот ты смотри, нет, вот просто. Не, понимаю, конечно, что камень. А, вот так даже. Товарищ доехал, да? Несмотря, так сказать, ни на что. Ну я же нажал, ёлки-палки! Блин, бесит. Где там конец-то, кстати? Тише. Так, ладно. Давайте, откуда тут старт? Сюда, да? Он уже поехал.
Сдохнешь, ублюдок. Ты смотри, а? Не подох, падла. Да блин, а! Ты смотри, не пускают, а? На, получи. Пусть, 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 только не падай! Главное, ключ взяли. Вообще, конечно... Отвали. Ты смотри, а как... вау! Откуда такая пальба идет? Хорош, вы чё? Да блин! А, чтоб тебя! Хорошо, он здесь все сделал. А, да я уже сдохший, по сути. Чувак, ну куда ты? Блин, ну что это сейчас было, а? Он просто убился об этом. Где он? Деньги, что ли? Не, похоже, здесь я проиграю. Да нет, ну куда ты? Класс. Просто идеальный толчок. Куда ехать? Сюда что? Нет, здесь. Чё у меня тут? Нет! Да, блин! Да откуда? Чёрту хватит! Какого хрена мои так метко не работают, блин? Опять меня развернули в ту сторону. Ну все, враг катится. Да ни хрен! Хрена себе. Чувак как-то объезжает все ловушки вообще, блин. Просто игнорирует их. Все эти, они все мажут мимо него. Чё это такое, блин? Что у них за шарик такой неубиваемый? Нет, ну я хотел за ключом, ёлки-палки, почему вы меня не пускаете туда? Да залезь ты уже, ну! Не, ну тут я проиграл, это ясен перец. Нет, стоп! Ах ты ж, ёлки-палки. Но он уже не сломан, чё это такое? Вон он несётся как. Где он? Тут даже поставить, блин, нечего. Все, бам. Что-то... Ну, переиграть, переиграть. Не понял я юмора. А куда делись все мои летучки?
Что у нас здесь? И главное, он немножко... немножко, но впереди, да? Ну, конечно, блин. На, получи, гадина. Ну чё ты рикошетишь, а? Ядрик твою, ну я ж залезть пытаюсь. Да не надо, ты обретаешь какую-то запредельную рабочую спальню. Твою за ногу, а? Ну как? Ну каким таким образом, а? Он все равно ухитрился сложать. Ну я ухитрился сложать. Ладно, ну бляха-муха, а. И он мне. Но он мне поменьше. Так, где еще раз старт? Пробуем. Давай, давай, парень, быстрее, ну. Вот я это вообще не планировал. Хотел взять спокойно ключ. Пока там никого не было. Нет, пролетел мимо. Нет, нет. Что у вас такая меткость? Там паразиты. Ну, то есть, нет, конечно, понятно, что она должна быть такой. Все ясно. Вражеский мечик. Обладает откровенно запредельной крепостью. Тише. Так, где тут ключ? Я хочу его взять, блин. Я хочу этот ключик. Я получу его. Я забыл, где он. А вот. Нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Фу. Хорошо. Добиваю эту падлу. Хорошо. А, ну это тоже все, он уже здесь, да? Все, что мог, все сделал. Поехали. Добьем поганца. А вот и нифигашеньки. А вот и обманул. Ай-тай-тай-тай-тай. Его наши.
На, получи. Все тебе, приятель. Ничего для тебя не жалко. Он готов. Как это? Посвятить тебе всю кучу обломков, которая после меня здесь останется. Так, давай, поехали, мой хороший. Поехали. Можно и так, ладно, хоть с ним. Давай, поехали. Катимся, чувак, катимся. Охрененные покатуны 21 века. Лучшие из лучших. Есть, ладно. Хрен с ним, поломался. Чё бывает? Дерьмо случается. Чё, сломал шарик? Вражеский. На, получи, есть. Вот тебе все правильно. А, страшно, это тень труп по кустам прятаться. Шлепок. Вот так. Ну, ладно, это было поинтересней. Порту. Дальше у нас шабаш ведьм. Шабаш. Но, как обычно, по две карты за раз, не больше. Так что, на шабаш ведьмы пойдем в следующий раз. Ой. Ну а пока, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, на колокольчик жмите, ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Ну а пока, всем пока-пока и до встречи на шабаше. Та-та-та-та. Все, всем счастливо.